Спасо-Преображенском соборе панихиду по жертвам СПИДа провел владыка Диодор. В этот день в городе волонтеры раздавали красные ленточки, как символ ушедших из жизни больных СПИДом. Как они зареагируют на то, что они спрашивают, для чего? Почему красные? Согласно статистике, на планете живет более 40 миллионов человек, инфицированных вирусом иммунодефицита. И каждый день эта цифра увеличивается еще на 15 тысяч. Для нашего города проблема СПИДа актуальна. Поэтому Димитровград привлекает внимание общественности к этому заболеванию. Поэтому сегодня во всех городах, не только Российской Федерации, но и мира, как я уже сказала, проходят панихиды. Поэтому не случайно мы находимся сегодня здесь, на территории замечательного храма, и где была проведена панихида по усопшим от этого заболевания. Здесь присутствовали как родственники умерших, так и молодежь, которую мы призываем к здоровому образу жизни. Татьяна Баловнева, Виталий Немов. «Наше время».